Приветствую всех на канале Developer Studio. Надеюсь, что мой голос вам еще знаком, ведь 4 месяца отсутствия видео – это период немаленький. Но, как вам известно, мой канал переживал бездейственный регресс и побольше, в 10 месяцев. Это, конечно, не очень хорошо, но если сейчас вы смотрите это видео, то шанс на еще одно возобновление жизни канала имеется. Я им обязательно воспользуюсь. По старой привычке задаю этому видео небольшую цель в 200 лайков, чтобы проверить активность канала. Если вам, конечно, не жалко, то можете поставить лайк, чтобы я знал, что вы еще ждете в моих видео. А сейчас, пожалуй, отвечу на вопрос. Чем же я занимался все это время? На самом деле много чем. Например, прошел пеший поход по Кавказскому биосферному заповеднику. Про это вообще можно отдельно рассказывать. Например, про то, как во время ночного дежурства мне пришлось сторожить лагерь от медведей, но канал у меня все-таки не про это, и поэтому знать такие подробности из моей жизни вам не надо. Теперь расскажу вам о том, что в дальнейшем будет происходить на этом канале. Во-первых, я, конечно же, буду продолжать цикл «Спор Вики», ведь последние ролики заходят неплохо, и на канале уже смогла сформироваться аудитория, которой любопытен именно этот проект. Также меня очень радует, что «Спор» до сих пор пользуется популярностью. Наверное, такие хорошие игры, вроде «Портала», «Сталкера» или «Half-Life» просто так не забываются. Так каким же будет следующее видео? Немного спойлерну. Это теории о Гроксах. Выйдет ролик скоро после этого подкаста, поэтому не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление. И на моем канале уже есть видео далекого 16 года, которое имеет громкое название «Все о Гроксах». Но, как вы помните, о Гроксах там далеко не все. Так вот, этот информационный вакуум я и собираюсь заполнить. Однако спор – это не единственная тема канала. В давние времена здесь я делал обзоры практически на все, что было мне интересно. Обзоры различных игр, мобильных приложений, распаковки и обзоры всяких устройств. Ну и самый эксклюзивный эксклюзив моего канала – видео про палочника. Крепота одним палочником не заканчивается, но про нее говорить пока не буду. А вот делать видео для плейлиста приложения, гаджета и распаковки я не против. Ну и на этом все. Хочу добавить, что все новости в первую очередь будут размещены во вкладке «Сообщества», а также в группе ВКонтакте, ссылку на которую вы видите на экране. Не пропустите теории про Гроксов. Всем пока!